Друзья, привет! Сегодня приготовим классические новогодние бутерброды с икрой, но сделаем это немного по-другому. Первые наши бутерброды мы готовим из огурца. Берем огурец, срезаем с него верхушки и вот так вот красиво срезаем кожуру. Это делается чисто для красоты, чтобы интереснее смотрелось на столе. Теперь огурец нарезаем на не очень тонкие кружочки, примерно 1-2 сантиметра. Кстати, если вас удивляет сочетание огурца и икры, все нормально, я тоже сначала не поверила, что это вкусно, но попробовала и влюбилась в это сочетание навсегда. Для вторых бутербродов нам понадобятся хлебцы. Я покупаю вот такие вот круглые тонкие хлебцы во Вкусвилл, они мне очень нравятся, мне кажется, для закусок они подходят просто идеально. И третий главный ингредиент – это воздушный творожный сыр. Просто берем творожный сыр, хороший, качественный, такой, какой больше любите, намазываем его на хлебцы для первого варианта и на кусочек огурца для второго варианта. Сверху на творожный сыр раскладываем нашу икру. Икру, конечно же, лучше выбирать тщательно в проверенных магазинах у проверенных производителей. Я, кстати, покупаю икру на вес. Она поставляется в замороженном виде и фасуется уже по весу в пластиковые контейнеры. Она очень вкусная и, мне кажется, отличается по качеству от магазинов в железных банках. На хлебцы намазали творожный сыр, украсили икрой. Теперь все то же самое проделываем с кусочками огурца. И выкладываем наши бутерброды на красивую новогоднюю тарелочку. Еще один важный нюанс вкусных бутербродов – творожного сыра должно быть много. Кладите прям такую хорошую горку. Это удобно делать с помощью чайной ложки. Но желательно, конечно, чтобы икры тоже было достаточно. Посмотрите, какая красота у нас получается. Теперь берем свежий укроп и украшаем наши бутерброды его листиками. Можно взять любую свежую зелень, петрушку, кинзу, рукколу, то, что вам больше всего нравится. Друзья, этот рецепт просто очень классный, и он выручит вас не только на праздник, но и тогда, когда внезапно нагрянули гости. Уверена, что он вам тоже понравится. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.